Москва, Бангкок, Паттайя. Океан, Астрофа. Паттайя, Паттайя. Всем привет, дорогие друзья! Наконец-таки я заселилась в номер. Вы даже представить не можете, насколько счастлив человек, когда он приезжает после полета, 9-часового полета, плюс еще 1,5 часа, ну, может быть, чуть меньше, ехали мы из Бангкока до Паттайи. То есть это вот выжатый как лимон. Те, которые спят в самолете, люди, они молодцы, честь им хвала. А, в общем-то, мне поспать не удалось. И приехала сюда, и получилось так, что, ну, я вам показывала в предыдущем видео, наверное, вы увидите, в такой номер привели. Он вроде бы неплохой, но там настолько вот прокурено все, что... А я прям запах сигарет, ну, конечно же, очень не люблю. Говорю, ченч. Ну, в общем-то, поменяли без проблем, без доплат, без всего. Донесли мой рюкзак, вещей у меня нет. Давайте посмотрим, что представляет из себя номер. Саншайн, Виста, тройка. Отель находится в центре, я потом вам покажу его месторасположение. Собственно говоря, вот так вот. Номер большой, чистый. Сейчас я ждала, сидела, пока меня заселили, потому что здесь мыли пол. Вот есть здесь вот такой вот плоский телевизор. Лежит фен. Лежит еще что-то, не знаю, что потом буду изучать, смотреть. А, ну это меню, наверное, может быть, в номер можно заказать. Стоит вот такой вот чайник, чашки. Это что такое? А, стаканы, что они чистые. Водичка в стеклянных бутылках. Телефон. Знаете что, не вижу розеток пока что. Вот вообще ни одной розетки не вижу. Ни одной розетки не вижу. А это что за дверь? Куда она ведет? А, но она закрыта, это, наверное, ведет в соседний номер, скорее всего. Такой спаренный. Ну, номер большой, чистый, просторный. Я боялась, что прям тут вообще будет ужас ужасный. Я хочу сказать, что и в пятерках есть такие номера. Чистенький, аккуратненький. Здесь при входе вот такой вот шкаф. Места достаточно для вещей, у меня их вообще немного. Есть зонтики, есть сейф, надеюсь, что он рабочий. Есть тумбочка. Это прям вообще шикардос. Здесь у нас ванная комната. Ну, собственно говоря, кран. Я с собой не брала никакие мыльные принадлежности. Сейчас нужно будет потом сходить в магазин, все купить. Но сейчас пока что с дороги хватит принять душ. Ну и вот таким вот образом выглядит душ. Конечно, отель старенький. О, тут еще и ванная есть, смотрите. Тут еще и ванная есть, представляете? И ванная, и душ. Только единственное, что ванна без душа. Ну, то есть без душевой вот этой вот лейки. Только чисто кран. А если душ хотите принять, то вот здесь. Ну, полотенчики, конечно, такие замызганные. Но, тем не менее, они есть. Они чистые, но просто... Но просто их уже, наверное, нужно будет менять. В общем, я хочу сказать, что я довольна. Довольна, потому что, собственно говоря, от тройки ничего я не ожидала. Вы вспомните, мы в пятерке ультра все включено, о SkyMac отдыхали. Здесь отличное вот это вот напольное покрытие, плиточка. И нет вот этих вот посторонних запахов. Ну, постель... Постель, конечно, она видно тоже, что чистая, но тоже ее хорошо уже использовали долго. И вот такой вот балкончик у меня, 6-й этаж. Справа какая-то стройка. Справа какая-то стройка. Слева не знаю что. Есть вот такая штучка, сушилка, полотенцесушитель. Работают кондиционеры. Работают кондиционеры. В принципе, вот все, что мне для счастья нужно здесь, оно здесь есть. А нужно мне сейчас в первую очередь, не поверите, душ. И, кстати, прохладно. Работает кондиционер. Прохладно, хорошо, удобно. Ну что, сейчас я принимаю душ, потом мы с вами идем рассматривать территорию. Да, в общем, магазин 7-Eleven. Пока Оксана задерживается, 1,5 часа они там еще будут ехать сюда.
Я купила себе, зашла фруктиков. Слушайте, прям красота. Порезали сразу же и манго, и арбуз. Прям, знаете, аж слюна течет, потому что времени сейчас уже 15:04, я еще вообще ничего не ела. И купила вот что-то такое, там можно разогреть в 7-Eleven. Я не знаю вообще, что это такое. Что это такое? Там вроде рис был. А мне что-то какую-то колбасу дали. А изначально вроде рис был нарисован. Что-то я вообще не взяла. Непонятно, что взяла. Да еще тем более острое. По-моему, мне что-то не то дали. Ну ладно. Что делать? Буду пробовать. Есть-то хочется. Что-то надо делать. Но это что-то, по-моему, я взяла какую-то очень супер острую колбасу. А когда я брала, я не знаю, мне кажется, она мне перепутала и дала что-то не то из микроволновки. Там вроде рис с котлетой был. Ну, вроде бы не остро. Говорят, там, где нарисован перец, там прям очень-очень остро. Я бы не сказала. Здесь написано spice. Может быть, сейчас проявится еще. В общем, сейчас пока Оксану жду, быстренько смонтирую вам влог. И пойдем дальше навстречу нашим приключениям. Сегодня будет такой какой-то нескончаемый день. Еще при том, если учесть, что все мои вещи у Оксаны с Юрой в чемодане. То есть у меня есть только для переодевалки футболка. Я быстренько вот сходила, сейчас купила шампунь, купила мыло в 7-Eleven. Пока что еще вообще не понимаю, там все на тайском языке, на английском нет. Что я купила, я даже не поняла. Но вот это я точно знаю, что хорошая штука. Вот это помидорная маска. Потому что Оксана нам такие привозила. И нужно сейчас как-то восстанавливать кожу после перелета, потому что ну, я не спала 24 часа. Посмотрим, что будет после этой маски. В общем, дорогие друзья, я наконец-то сегодня выспалась. Ну, как выспалась, 2 часа поспала. Чувствую себя уже гораздо лучше. За мной зашли ребята. Оксана, Юра со своими друзьями. О, смотри, душ. Потом поднялись сейчас наверх посмотреть наш бассейн здесь, который у меня в отеле. Он наверху находится на крыше на 10 этаже. Где Сям? Вот Сям. А, хочется наверх подняться. Почему? Давайте попробуем подняться, посмотреть. В общем, сейчас покажу вам вид. Теперь ты понимаешь, вот нас, и, когда мы приезжаем... Из зимы в лето, да, из зимы в лето пришел... Вот этот вот, видите, Сям-Сям отель. Ну, то есть расположение здесь очень удобное, удачное. Да, вот терминал 21 напротив торговый центр. Здесь, в общем, на крыше, на 10 этаже бассейн. Можно поплавать, но сейчас пока плавать не хочется. Мы сейчас идем на прогулку. Я пока что еще вот ничего не видела, покупалась я только. Я здесь остаюсь надолго, да? В общем, вышли мы на прогулку. Смотри, вечером. Массаж. Оксана ведет... Здесь аккуратнее, к этому становись. Оксана ведет куда-то кушать, куда-то вкусно кушать ведут вместе с Юрой. Тут смотри, не только в телефон, но еще и смотри по сторонам. Тут машины такие, знаешь, они, как говорится... Не, мне знаете, что необычно, что мы улетали всего несколько, ну не несколько часов назад, но вчера. У нас зима, а здесь лето. Массаж. А на массаж мы идем? Конечно. А что, какая же шея? Вот я сегодня 7-Eleven была, здесь купила себе все. Вот здесь поменяла, вот. Тут и рубли меняют. Мне сейчас вот, ну, курс у них, по-моему, рублей точно такой же, как и доллар получается. 30-14. В общем, в 2 минутах ходьбы от моего отеля Макдональдс находится. Централ фестиваль находится. То есть это такие вот, кто спрашивал там, допустим, с детьми покушать или еще что-то. Вот в Макдональдсе детей, понятно, что это не самая полезная еда, но во всяком случае универсально. Курс, я смотрю, в обменниках везде приблизительно, ну, вот рубль 0,48. Точно так же, как и в другом обменнике. А вообще здесь как будто бы, знаете, как в какой-то другой мир попал. Вообще не верится, что ты находишься где-то непонятно где. Идешь, рассматриваешь все. Каждый второй попадающийся навстречу русский.
И я еще не видела море, думаю, сегодня дойдем мы до моря вечером сейчас или нет. Смотрите, салон. Салон делает массаж, так вот, с видом на улицу. Здесь это, я так поняла, очень-очень распространенное явление. Это вот макашница, где можно купить уже готовую еду. Вот это вот такие вот маленькие магазинчики 7-Eleven. Я так поняла, что с фиксированными ценами. Сегодня я уже оценила быстро, все оперативно. Family Mart, также есть магазины. А мы как-то, я так поняла, параллельно нашей моей улице идем. Вот тоже обменник. 30 тоже, да, доллар? 30 тоже доллар. Но у них здесь вот везде один курс получается. Да. У них что, что движуха, там, что да, там. Движуха. Движуха, вот это что такое? Там вот Юля рассказывает про экскурсию. А там файн, что это такое? Еда какая-то? Не знаю. Знаешь, все это сканально не знаю. Файн, это значит хорошо. Тебе надо выяснить, для желудка хорошо, для мужчины хорошо. Для кого хорошо? Давай, давай. Мы сейчас идем с вами параллельно той улице, где у меня отель этот стоит. Это считается вторая пляжная улица, да? Это вот считается вторая пляжная улица в центре. Слушайте, меня что поражало, когда я так столько много видела, смотрела, вот это провода. Вот это вот справа, такое количество проводов. Я обратила внимание, когда с Бангкока вот ехали мы, такого не было. Вот, допустим, на трассе. А вот здесь вот именно в Паттайе, смотрите, вот это вот, с подношениями. Такие островки с подношениями периодически встречаются. И такой легкий ветерок. Знаете, что нравится? Все на русском языке. Идешь, вроде бы в Таиланде где-то идешь, там, да, в Азии. Экскурсии. Все, да. Все для наших туристов. То же самое, тот travel. И мы уже ездили от них. Я осталась очень довольна. Причем да, мы потерялись, короче, нас целый час ждали. Целый час ждали. Это хорошо, что целый час ждали. Смотри, массажные кресла тоже бывают разные. Вот это более дорогие, видишь? Ну, понятно. В смысле, не то, что, но просто по цене. А лучше. Сколько стоит-то? Не пишет они, сколько стоит? А, вот еще массаж. Тут массаж 200. А они как, не меняют? Вот просто не какие-то одноразовые? Там все друг за другом? А где ребята-то? Прямо. О, подожди, это мы на какую-то большую. Я сегодня вот такую вот томатную маску себе в 7-Eleven брала. Еле открыла без ножниц. Чемодан же у вас был. Ножниц нет, она так тяжело открывается. А Юра говорит, чемодан с котом это наш, а тут большой не наш. Смотри, лаки, у нас с этими лаками уже давно никто не пользуется ну, такими. Ну, ресницы они покупают. Тут вообще вот дневная Паттайя очень сильно отличается. Подожди, а это что за магазин? Это Best Supermarket, но это не сетевой какой-то. Это не сетевой, но тут тоже очень дешево. Ну как, здесь везде все дешево в Паттайе. Вот эта музыка, вот эта вот улица уже более ты широкая. Ты сейчас вот посмотришь, сейчас здесь все больше, здесь в 2 часа жизнь кипит ночи. А днем, когда едешь, ты, наверное, снимала сегодня дорогу из аэропорта? Нет, так... я не снимала, у меня там ремень был в безопасности, там невозможно было снимать. Серенькая такая, знаешь, многие вопросы зададут. Зачем? Да спали все, жарко в этом в маршрутке. Все уснули, я сама прям, вот я, ну, вот знаешь, так очнусь от того, что голова падает. Раз, поднял. А вот это вот мне здесь всегда, прям, не могу, не вот наш любимый. Маленькие бананчики. Но его нельзя покупать, надо свежий. Ну, понятно. Потому что вот такой он уже запахом. Видите, муравьи ползают очень много. А? Тут тоже домой покупают. Видишь, корзины висят везде. Ага. А, с корзинами. Вот, видите, корзина, которую Оксана упаковывала в багаж. Тут надо все. Ой, какой арбуз вкусный я сегодня ела. Прям обалденный. А вот манго был вообще никакой. Незрелый был.
Так, Оксана вот меня привела в кафе вместе с Юрой. Я бы сама, допустим, сюда бы не зашла. Смотрите, какое количество здесь людей. Здесь самому надо готовить или тебе готовят? Готовят. А вон там, я смотрю, прям уже эти... Что, мест нету? Пойдем, что ты? В общем, людей, кого тут узнаешь? Посмотрите здесь, какое количество людей, какое количество блюд разных. Сейчас будем с вами выбирать и пробовать. Летие в кафе – это наше самое любимое. Угу. И здесь оно пользуется такой популярностью. Но я вижу, что мест свободных нет. И здесь вообще мест нет, потому что нам его вообще подсказали русские в 2014 году. И вот эта хозяйка, она прямо смотрит, у них униформа. Я смотрю, здесь тайцы, китайцы, основная масса. И русских много. Прямо русских. Но русских пока что ни одного не вижу. А вот этот отель, который ты смотрела, он как раз напротив. Какой Белла? Ну, который, ты помнишь, называешь Белла? Мираж. А, Белла. Он далековато все-таки. Посмотри вот сюда, покажи. Вот это вот все готовится, понимаешь, вот это все свежак у них. Сейчас цены посмотреть. Не, подожди, наверное. Цены вот... Это с манго что-то, 80 бат. Рис с манго, что ли? А, смотрите, здесь все по-русски. Жареный краб с черным перцем. Все для русских. Вот оно меню у нас. Да, все меню, мне нравится. Стейк рыбы. Здесь не надо бояться. Здесь надо сказать no spice, но они уже сами знают, почему здесь. Ну, понятно, главное, чтобы тебе по внешнему виду еще понравилось то, что ты хочешь. Ну, вот жареные креветки, допустим. Очень, креветки очень вкусные. Ого, 400 бат креветки. 800 рублей креветки. Давай другие подешевле поищем. Ничего ж себе. Но не разные здесь цены. Цены. Жареная свинина с чесноком. Тоже жарит. Ну, тут, видимо, наверное, от порции зависит, какая порция. А, вот это вот, я смотрю, стоит на столах у многих. Вот эта вот штука. Пряные морепродуктов. Интересно, им кто-то помогает? А, вот ваши супчики, да, вот эти том-ям. Вот том-ям там в другом месте, это не эти. Рубиновая рыба. А что, ну, жареные креветки. Нет, вот есть по 150, но там, видимо, просто это... Может быть, объем какой-то большой? Спайси. Что-то какой-то... креветки в рыбном соусе. Юре досталось меню. Мы вдвоем, я и он, мы вдвоем. Том я, ну, ему и мне два, значит, том я, два. Потом жареные креветки вот эти с чесноком маленькие. Я что-то даже аж растерялась. Одну. Юра, ты? А? Ты что будешь? Креветки будешь? Буду, да. Две креветки. Две. И коктейль. И жус манго. Можно жареные креветки? 40 бат. Сок манго. 80 рублей на наши деньги. Сок манго. 80, ты веришь? Можно просто, вот я говорю, пить этот сок и, в принципе, больше ничего не есть. Ведерко такое. По ОКГ. Это я понимаю, порция. Риска. Ну, они, получается, что внутренности ананаса убирают отсюда. Да. Ну да, это просто... Это просто чисто чашка, да? Ну да, типа вот... Ну, сейчас будем пробовать. Так, господа, первый раз пробуем тайскую еду. Первая была сегодня из 7-Eleven. А что, не вилки, ложки, кстати? Есть. Мне прям нахвалили, сказали, что очень вкусный рис. Острый. Но он не острый, он карри. Карри здесь очень много. И соленый. Вы говорили, здесь ничего не солят. Соленый он. Еще попробуй. Креветочку попробуй. Но креветки не чистят. Видите, кости оставляют у креветок. Вкусно. В принципе, можно вот эту еду и есть постоянно. Рис, креветки. Рис, креветки и манго. Нет, надо что-то. Зачет нам.
Тут столько. Мне мой вот такой вот ананас огромный, который я съела ровно половину, вот этот огромный шейк обошелся в 180 бат. То есть это всего лишь 360 рублей. Вот такие вот огромные, максимально огромные порции. Видите, какие арбузики продаются? Всего 20 бат. Это 40 рублей. Ну, бананы я не очень люблю. А вот так вот, да, кокос 25 бат, папайя. Тоже, видите, уже чищенная, порезанная. Все очень удобно это продается. Столько фруктов. А это что такое? Помело, что ли? Личи. Вот эта рыба в соли, покажи. Она обалденно вкусная. Потом попробуй. Вкусная, внутри такая зеленушечка. Зеленушечка. А вот это что интересно за фрукт такой? Почищенный 25. Все почищено. Представляете, как это удобно. Почищено, упаковано. Так, а я... Есть все. Покушала, допустим, сколько у тебя? 180. У меня вообще 360 ну, рублей, это ни о чем. Потом на массаж, фрукты и будем общаться. А фрукты мы где возьмем? А около отеля продают также. Такие же, да, цены? Уже все порезанные. Что-то я вот после отеля была, не видела. Нет, они может, ночью приезжают. 20 бат. Да я ж только что сняла, я видела. Да, вообще красота. Пошли масочки разные посмотреть. Вот я смотрю, что это с алоэ, их много. 20 бат штучка, это 40 рублей, правильно? Да. Здесь что-то... А, тут смотрите, а, слушайте, а это что, для наших делают? С коллагеном, кокосовым маслом, все по-русски. У них вообще много чего на русском. Ну, то есть это они уже, исходя из наших запросов, под наших туристов уже делают. Ничего ж себе. 59, да. Ну причем они говорят, что у них нету подделок. То есть как бы у них, если да. Есть маска, то в принципе как бы да, она нормальная должна быть. Тяжелая такая. Да, полкилограмма. Да, чай, хороший чай не может стоить дешево. А это что такое? А, ну я поняла. Так. Понял, а это что такое? Пользу. Массаж в теплые мышцы. А, это для массажа. Что-то такое там продается. Ну, понятно, что не оптово. Мы просто зашли посмотреть, что это вообще такое. Косметика разная. Но мы поедем потом в оптовый магазин. В оптовом магазине, вот который, ну, его в интернете все показывают, уже его так вот разрекламировали, что все едут туда. Золотая маска с коллагеном, с улиткой. В общем, масло кокосовое. 3 за 240. Много-много всего. Вот маска с манго. Можно просто манго купить. И без маски. Обойтись. А вот это типа многоразовые, наверное, да, маски, которые в холодильнике замораживаются. И все. А вот патчи, кстати. Я не такие хочу. В баночках по 60 штук прям. Они хорошие. Эти тоже, кстати, хорошие. А они... Но их сколько есть? А, их тут мало. Вот такие маски хорошие в том году брала. Угу. Гречный. А, вот это вот мангустин. Мне так нравится. Он такой вкусный мангустин. В общем, можно взять все, попробовать все по очереди, а потом сказать, что из этого лучше. О, смотрите, здесь сколько. Чего здесь только нет. И лимонные, вот это вот, наверное, которые осветляющие. И что-то даже типа с морковкой. Вот это вот такой вот чайный гриб. Я про него тоже слышала. И говорят, что он очень-очень полезный. Снижает уровень сахара в крови. Что вот его можно заваривать. И здесь он стоит 3 штуки больших на 120 рублей. А вот это что такое? Леденцы какие-то морковные, что ли? Вот он, смотрите, местный король. И он везде, вот изображение короля везде, кругом. В автобусе едешь, в маршрутке едешь. Везде изображение. В кафе едешь. А вот эта вот улица, она вдоль моря. И вот в этом году сказали, что
в честь моего приезда, из-за того, что я приехала, здесь ремонт. И вот здесь вот таким вот образом сейчас все перекопано. А так вот я по видео смотрела, там постоянно спортом занимаются, бегают. Все. Сейчас времени у нас 8:30 вечера. И Оксана говорит, что только начинается жизнь. Очень много массажных салонов, прям на каждом шагу массажные салоны. А улица-то перекопана. Ну, а мы живем, вот считайте, вот она, вот эта вот центральная вот эта улица, набережная. И вот по этой набережной можно уйти далеко-далеко. Есть где походить, есть где погулять. Смотрите, крабики какие. Ждут своего часа, да? Целая прям. Чего тут только нет. А это что такое? Это утки по-пекински называется. Чего тут только нет, господи. Это самое любимое лакомство китайцев. Утки? Утка по-пекински. А вот почасовая. Это на китайцев, да, ориентировано? Ну а здесь, собственно говоря, это как? Китайцы, да, русские? Индусы. А вот индусов что-то не видела пока. И к чему? И корейцы. Слушайте, и... ну дорогу здесь перейти, это жесть вот на самом деле. Никто ни за что не пропустит. Каждый норовит. Ух ты! А вот эти вот магазинчики 7-Eleven, прям вообще на каждом шагу. Идешь, прям прошел 10 метров магазин, прошел 10 метров магазин. То есть здесь вообще, в принципе, можно сюда вообще без ничего ехать. И здесь все купить, все, что нужно. Пришли делать массаж, а здесь вот такая штука. Смотрите, сейчас я вам близко покажу, не падайте. Что это такое, мы так и не поняли. Я у нее спрашиваю. Это написано смайл. Это маленькие улитки, смайл? Это как их? Да ладно, какие-то улитки. Это какие-то таракашки. Да, куда мне? Ойл. В общем, непонятно. И мне ойл. Ойл. Ты будешь делать? Ты массаж мне будешь делать, да? А мне? Yes. Вот такой вот ложе здесь для ойл массажа. В общем, нужно сюда лечь сейчас. Что ты видела? А ложись со мной рядом. Будем вместе с тобой лежать. Здесь массаж делают. Вот сразу такой массажный салон. Мы пришли в пятером, и сразу 5 человек есть массажистов, которые готовы сделать массаж. То есть здесь это все. И сколько стоит там? 200 бат, это такой цели нету. То есть 200 бат это 400 рублей. За 400 рублей сейчас в течение часа будут делать. Но мы посмотрим, сравним. Вот сегодня такой массаж. После перелета, ну, в любом случае, хоть что-то, хоть как-то. Это же отлично. После перелета как будто не уснула. Мы сколько раз отключаешься полностью. Ну и хорошо, усну, значит, расслабишься, значит, еще полночи можно гулять. Ну, вообще, хочу сказать, что, конечно, такие смешанные чувства. С одной стороны, все очень интересно. Интересно, что ты прилетел после зимы в лето. Что здесь очень-очень тепло. В принципе, номер у меня хороший, неплохой. Еда вкусная, мне понравилось. Очень много фруктов, фрукты дешевые. Но... Компания шикарная, это разумеется. Но вот все-таки, вот, знаете, пока немножко смущает вот запахи такие определенные. Да, и вот все-таки грязь. Ну как, вот бросается в глаза, я потом покажу, что вот, допустим, тайцы, они на улице спокойно едят, то есть они спят абсолютно спокойно там на земле, да, то есть это такие, не бомжи. Так, все, на этот процесс. Москва, Бангкок, Паттайя, океан, острова, Паттайя, Чанлакун, Паттайя.